Да, деревня Подлипцы — это Слуцкий район Минской области. Здесь, наверное, вот автобусная остановка. Магазин раньше был, да? Но это уже частное вроде выкупили. Ну, его открывают сейчас. Вот магазин, да? А туда дорога это куда пошла? Знамя или что там? Знамя, да. 1,5 километра туда. Автобус ездит. Детский ездит, да, раз. Что продают? Слядь, мать. Вот этот? Не-не, дальше. Я тут не помню, когда я был. А, вот этот вот желтенький, нет, да? Нет, дальше. Следующий. Следующий? Да, ты говорю. Что-то все желтенький викет. Устраивали все под меня. А вот частях его дом, да, вот этот. О, вот этот домик, но частя вот зарос он. А вот. Все-таки на улице хорошая погода. Замечательная, свежий воздух. Приехали мы в одну из деревенек, то есть посмотреть вот такой вот домик. Он выставлен как бы на продажу. Это деревня Подлипцы Слуцкого района Минской области. Домик продают за ненадобностью. Улица не асфальтирована, здесь подъезд есть. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь имеется. Видите, дом сам деревянный. Здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте. Так, а дом продается будет с мебелью совсем? Ну да. То есть здесь в дом вода уже завезена, да? Холодная только есть, да? Да, холодная. Бойлер надо покупать. Бойлер покупать, кухня. Натяжные потолки. Так, натяжные потолки вам показал, сейчас пауэрбанк поставил. Здесь уже проходим, здесь получается зал. Yeah. Сам зал, поклеен шторы, электричество, счетчик новый. А зал это тоже подвесные потолки, да? Конечно. Тоже подвесные. Здесь печка. Там еще комната одна здесь есть, да? Да. Но там еще ремонт не доделали. В этой комнате нужен ремонт. Да. Понятно. То есть самая основная печка это вот эта идет. Она в рабочем состоянии. Они все двое в рабочем. И там, и в зале, да, печка, да? Ну, спальню можно затопить, тепло будет, хватит. Вторая, говорят, тоже печка рабочая, вот эта, только она уже, наверное, топится с той стороны. Не две в рабочем состоянии. Здорово, все! Ну, это вот так вот где-то эта комната будет. Газовая плита новая есть еще. Газовая плита? Сейчас посмотрим. Кухня здесь вот такая. Две плиты. Одна плита, правда, 12 лет простояла. Смотри, где ключи от дома висят. Смотри, ключи от дома висят. Здесь верандочка такая. Вон там и плита стоит. Дверь металлическая. Новая дверь. Новая. Совсем новая.
Ну что, вышли на улицу, обстановку в доме видели. Сейчас немножко вам еще покажу, что вокруг дома фундамент спереди. Вот такой вот. На участке. Здесь соседская хата. Строение сразу. Забор такой вместо этого. Ну, здесь вот туда смотреть веранда. Огород. Здесь просто древотник какой-то. Все пойдем. Да, тут можно и увалиться какой-то. Этот получается участок земли, но он не заросший. 25 соток земли здесь, наверное. Сзади еще какое-то строение есть. Это вот видите, погреб раньше был. Крышу просто убрали. Крышу убрали, это фундамент под погреб. Вот он здесь сзади. Так. Соседи. Да, дебри такие тут. С этой стороны, что мы видим. Вот это вот черное, все это трехстенник. Просто трехстенник пристроен. Сама основная часть дома мы видим вон, где вагонка начинает обшиваться. Желтенько. Так что первую часть можно использовать действительно как кухню. Вторую часть можно использовать как дом. Как мы видим, печки в доме рабочие. Электричество есть. Вот. Начальная цена этого дома 4 тысячи долларов. 4 тысячи долларов по курсу у нас банка. 4 тысячи долларов в переводе на русские, на белорусские рубли, это будет 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, евро то же самое, 4 тысячи евро только. Российские, вот только российские, я не знаю. Все, дорогие друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте поделиться видео, скопировать с друзьями, отправляйте во все группы, телеграммы, одноклассники, куда только можно, в каких приложениях сидите, чтобы оно быстрее, то есть набирало обороты. И люди больше рекламировали свои дома, которые в деревнях, то есть продаются. Очень много достаточно домов в деревнях. Сейчас мы находимся, это Минская область, Слуцкий район, деревня Подлипцы. Все, как говорится, спасибо этому дому. Поедем к другому дому.